Эта штука так выглядит вот со стороны. Массивнее, да, чем кажется снаружи. Вот, ну а мы продолжаем путь к замку Боудиэм. Посмотрим, как он там сохранился. Все ли в порядке? Выполняет ли свою функцию защиты от французов? Я потом немного почитаю и наговорю вам больше фактов про этот замок. Пока не так много могу сказать. Разве что показать им, что есть. Все-таки красиво. Он, конечно, очень романтичный, весь такой на воде. Когда я первый раз приезжал в Англию на экскурсию, он был у меня среди замков, которые я выбирал для посещения, но в конце концов предпочтение дал Скуни Касл, в котором я был не так давно.